В Октябрьском суде продолжается рассмотрение иска пенсионерки Марии Щегловской к областному фонду капитального ремонта и администрации города. Напомню, женщина считает выставленные квитанции незаконными и требует провести в ее доме собрание собственников. На очередном заседании побывала Наталья Паинцева. Процесс начался еще в ноябре и вызвал большой резонанс, ведь это первый иск к фонду капремонта. Пенсионерка Щегловская в суд сама не ходит, возраст. Она требует признать незаконным начисление платежей за капремонт и обязать мэрию провести собрание собственников в доме по юбилейной 40. Начало процесса было интригующим. Стороны предоставили разные копии протокола собрания, на основании которого жильцам начислялись платежи. Потом выяснилось, что в документе есть ошибки, неправильно подсчитаны голоса. На это указали адвокаты истицы. На самом деле в голосовании приняли участие меньше 30% собственников квартир. Поэтому документ ничтожен и силы не имеет, считают юристы. В прошлом судебном заседании мы заявляли ходатайство о запросе об истребовании из учреждений по регистрации выписки из Единого госреестра по собственникам помещения данного дома. Эти сведения пришли, мы с ними ознакомились и посчитали именно с учетом этих сведений. Теперь подсчеты будет изучать фонд капремонта, который попросил суд вновь отложить заседание. Кроме того, адвокаты пенсионерки указали суду на ошибки в счетах. Марии Щегловской принадлежит лишь часть квартиры, в которой она живет. Однако квитанции присылали за все квадратные метры. В декабре фонд сам исправил ошибку. Она получила вот, в последнее время квитанции на 1/4. То есть для этого надо было предъявлять исковые требования, чтобы все разобрались с этим. Видеосъемку процесса суд по-прежнему не разрешает. Сейчас стороны выдвигают ходатайство и изучают документы оппонентов. Процесс затягивается. Сейчас Гражданский процессуальный кодекс предусматривает, насколько мне помнится, 2 месяца. Но дело в том, что существуют различные ситуации, поэтому я считаю, что более ошибочно это, когда выносится решение, но не по полным исследованиям, доказательствам. А в данном случае суд принимает все меры к этому, чтобы исследовать все. А там уж только субъективно оценит, чью позицию он примет. Кстати, в этом заседании фонд капремонта представлял заместитель директора Евгений Пахомов, который до этой недели исполнял обязанности руководителя. От комментариев он отказался, но в кулуарах вместе с подчиненными шутил, что дело долго и скоро внимание прессы и сочувствующих горожан сойдет на нет. Напомню, разбирательство вызвало интерес владимирцев, которые из принципа не платят за капремонт, но в суд идти не решились. Я не плачу, потому что считаю, что это платеж незаконный. Во-первых, у нас один из высоких, установленный планка, один из высоких размеров вот этого платежа среди других областей. Дальше, значит, нет решения собрания собственников. А в законе сказано, нет решения собрания собственников, какие могут быть платежи. Я пока не плачу. Я жду, когда вот, значит, судебные органы разберутся, потому что народ будоражит, понимаете, народ неспокоен. Решение по иску Щегловской ждут и общественники, и активные жители многоквартирных домов. Следующее заседание назначено на 4 февраля.